Իսկապան ավտոճանապարհին Որոտանի մոտ մաքսակետ դրած ադրբեջանցիները բացի իրանցիների բեռնատարներից կանգնեցնում են արդեն նաև հայկական մեքենաները։ В армянской прессе появилась информация о задержании азербайджанскими полицейскими водителей двух грузовиков, следовавших из Ирана по автодороге Герус – Гафан. Ermənistana girdiğimiz zaman gömrükdə 185 min dram erməni parası vermişik, ödəmişik. Yəni biz torpaq pulu vermişik. Biz bu malı Ermənistana gətirmişik, Azərbaycana yox. Azərbaycan bizdən para istəsə olmaz. Çünki Erməniyə biz bu torpaq bastı parasını vermişik. Как передает Дай-Ас, начальник пресс-службы Министерства внутренних дел МВД Эхсан Захидов сообщил АПА, что задержанные водители незаконно въехали на территорию Азербайджана. Автомобили, которые незаконно проехали на территорию Азербайджана через Армению, были задержаны сотрудниками Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы. В отношении водителей этих автомобилей будут приняты соответствующие меры в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Вот и все. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.